Вот мы тут увидели, что есть освежалка такая. Сегодня очень жаркий день. Вообще планировалось, что сегодня будет 38 градусов тепла. А нормальная жара. Очень жарко. Да, и здесь есть вот такие вот освежалки специальные для людей, что, чтобы уже заплакело совсем, можно постоять вот так вот и освежиться. Происходит расчет пути налево и потом налево. Ну конечно, она же испаряется сразу. Вот такая забота. Еще бы фонтанчики бы были, да, какие-нибудь? Фонтанчики но, есть, соответственно. Но это еще бы и привлекалка в аквапарк, между прочим. Да, слева. Вот аквапарк. Стоит такой вот шланг, давление, все. А вот мы тут, например, достопримечательность уже подходим, в этот мост. Ладно, дальше потом запишу.